коридоре. Все наоборот. Подскажите, заседание открытое у вас? Подождите в коридоре. Подождать чего? Нет, подождите в коридоре. Заседание идет уже, нет? Заседание идет. А открытое и закрытое? Заседание открытое. Когда могу посидеть, да? Нет, вы не можете посидеть. Пожалуйста, покиньте помещение. А с чего ли ради? Вы не поняли? Заседание открыто или нет? Вы не поняли, уважаемые. Заседание открыто. Открытое. Открытое. А вы кто? Мужчина. Покиньте помещение, пожалуйста. Если нельзя тут присутствовать? Можно. Которые законным образом проникли в здание. Хорошо. Я не знаю, кто. Ну, хорошо. Я же проник как-то. Мужчина. Мужчина? Ну, вижу, что вроде не женщина. Заявление прошу рассмотреть в отсутствие. Заявление мало прошу рассмотреть в отсутствие. Заявление суда по заявлению об отсутствии. Рассмотрение дела по существу суда является оконченным. Для принятия решения удаляется в совещательную комнату. Для судебных заседаний, пожалуйста, покиньте. Минуты не прошло, вы закончили? Я быстро читаю. А видео посмотреть? Вы талант. Большой талант. Очень. Быстрый судья у нас, так называемый. Девушка, вы не участвуете в преступлениях в дальнейшем. А то на вас это плохо кажется в жизни. Особенно душе вашей.